Чао, тут ты, с вами Виталька, и сегодня я буду играть в игру World of the Guns и Gun Disassembly. Это игра, чтобы можно было разбирать эти автоматы АК-47, все такое. Я не знаю почему, но у меня на итальянском языке, видите, игра четкая, крутая, есть даже на телефоне. Я не знаю, почему мы на итальянском. Ну, короче, на телефоне игра, там вообще только 10 пистолетов и снайперская винтовка одна, и все. А остальные 120 штук, это платные. Так нечестно, вообще. Ну вот. Здесь пишет нормально, да все. Это, короче, пишет то, что неплохо. Сейчас мы соберем снова АК-47 собрать, это сейчас мы его разбирали. Так, вот сейчас сюда вставляем. Не так, что там было? А вон это. Так вот. Игра реально вообще четкая, графика лучшая. Графика вообще очень крутая. Она весит не очень много, нормально, скачивается быстро. Так, что дальше нужно делать? А так, вставлять эту штучку. Не знаю, как сейчас меня слышно, потому что я вышел, и звук очень громкий, нужно чуть-чуть прибавить звук, когда я смогу. Ну и вставляем эту подтычку. Ну все, мы собрали уже АК-47. Так, где здесь этот? Где здесь? Так, вот импостационе. Это настройки. Не хочу и ходить из игры. Блин, что-то такое. Здесь 158 моделей. АКС. Так, что-то случилось. Сейчас вернусь, постойте. Ну вот, я уже вернулся, но я, как видите, в офлайн режиме. Без интернета. Это что, наша АК-47? Так. Здесь это играть, я, конечно, не знаю, не понимаю, не в первый раз играю. Так, стойте. Ну ладно, как здесь нужно. Вот. Компании. Так, как здесь это играть? Так, ну назад. Блин, не знаю, как разбираться нужно, не знаю, как играть здесь. А вот манутенционы. Вот.
60. What the fuck? Так. Не знаю, если меня сейчас слышно. Вот, наверное, уже так лучше, больше, более-менее лучше. А, ну, понял. Сколько у меня этих? Так, я должен сначала это... Я должен полностью разобрать этот автомат АК-47. Потом уже это. Потом тогда же могу открыть эту штучку. Ну, конечно, это не полностью разбирается. Или полностью, я не знаю. Ну давай будем. Ну так что. Ну дальше что? Так, это мы сделали. Дальше нужно это сделать. Потом это сделать. Эту штуку ставить потом в магазин. Вот так вот. Это, наверное, это сюда вставляем, потом эту штучку вставим. И потом напоследок вот эту штучку. Ну все. АК-47 готово. О, точно, уже. Я получил опыт. А, вот так вот уже понятно все. Простите. Вот. Так, что дальше делать? А, уже я здесь должен полностью разобрать. Ну да, это уже полностью я должен разобрать этот пистолет. Пистолет, какой-то же пистолет. Это автомат АК-47, да, я знаю. Так, сейчас здесь разберем это. Ага, уже намного больше стало. Можно было разобрать. Так вот. Ну ладно, я, короче, не знаю, если успею разобрать все. Я хочу закончить на этом и начну разбирать заново или продолжу разбирать это. Ну, короче, всем пока, с вами был Виталька. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скачивайте эту замечательную игру, она реально вообще крутая, очень крутая, она мне очень нравится. Не знаю, много, если я буду здесь сидеть, но на эта игра вообще четкая. Здесь даже иногда можно это, короче, стрелять с автомата в слоумо и все такое. Ну ладно, короче, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующего видео. Всем пока-пока.